В Симферополе прошла торжественная церемония награждения волонтеров и общественных организаций, принявших участие в проведении конкурса на соискание премии общественного признания «Преград нет». Конкурс, который позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья проявить творческие способности. Мероприятие проводится ежегодно, и за 6 лет работы более 650 участников раскрыли свои таланты. Необходимо, чтобы дети с инвалидностью могли социализироваться через творчество. Подводя некоторые итоги, вот в прошлом уже году, в 2019, мы всегда приурочили специально эту премию ко дню Николая Чудотворца, потому что любые хорошие дела, любые чудеса должны совершаться в жизни каждого человека, а тем более детей. Очень хорошая эта премия. Вот Ирина правильно сказала, что это единственная такая премия общественного признания на территории Российской Федерации. Я думаю, этот старт положен, и дальше мы развиваем.